Так. Подойдите к камню. Артефекс, Арчок, здорово. Привет. Узнал меня? Да, да, конечно. Я долетаю уже. Так иди на шкаф. Славик, так заходи, Винса, я шкаф поставил уже. Хорошо. Славик, а Антоха. Славик. Бой. Нихуя не знаю, давайте бить лучше. Хуёво. Хуёво. Ну, задайте мне время. Сейчас. Бля, ну я строю тут. Я нормально вообще орнул, дань фантастическому лимончике, блядь. Кабар, здорово, слышь меня? Здорово, здорово. Чё, как дела, братик? Да, пойдет у тебя чувак. Да нормально вроде. На этом, на Вармении играю, короче. И чё, как? Бля, ну пока качаюсь, почти 80 уже. Ну, мне нравится, я купил, короче, европейцам гильдию какую-то, ну вроде хороший контент у них там, понял, отбор у них, надо к ним на сайт заходить, там, блядь, тактики, короче, расписывать на английском языке, вот, ну вроде такая гильдия, что тут не знаю, можно сказать, знаешь, короче. Психопата, не? Псих, это который, это Эконлинг? Это их вот, ребят, это да, вот, да, он же да. Там, тоже и там играет. Вот надо как-то с ним сконнектиться. Ну он вроде с випкой играет, типа 800 за 800 рублей донатишь випку, и постоянно. У меня тоже випка, да, випка дает плюс, короче, тем, что ты, ну не надо в очереди сидеть ждать входа в этот на сиквак. Ну там онлайн 12 тысяч, то есть, грубо говоря, ты заходишь в игру, если у тебя нету випки, то ты можешь в очереди часа 4 просидеть. Пиздец. Да пиздец вообще. Он еще понял, Капар, он повык... А кач увеличенный рейд или нет? Не-не-не, от випки у тебя кач не увеличенный. А так вообще на сервере X7 рейд. Далее, ты заходишь? Ребят, да-да-да-да. Присамоньте, пожалуйста. Короче, двигаемся быстро, без всяких АФК. Значит, в РК пишем сейчас, на какой спек вы ролите. Ролится на один спек, все, не на 10. Если вы ничего не пишете, то ролите на тот, в котором идете. Маги никакие там не ролят выборы, например, и утешения. Ну и соответственно, то есть ролится то, что вы будете носить. Идем в групп лут, идем быстро. Подождите, сейчас я на другого зайду. Зачем? Ну, потому что не хочу им идти. Капар, слышь, чё? Чё? Там еще заебись тема тем, что он, короче, ПВПшный сервак. Но в плане работоспособности он типа там близлайка, короче, ну наподобие да, такого. Да, псих вчера рассказывал, что там лучше все работает, но... Ну да, 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 там следят, короче, за всей этой хуйней. Не знаю, я вот там 2 дня пока играю, я полон, короче, эмоций. Охуенно. Все, короче, сейчас будет охуенные эмоции. Значит, Хризи про товар, Виталик наступал. Без напула, блядь. Играем просто как боги, короче, запустил. Привет. Что-то не хватает кого-то бафа. Ну давайте, бабушки. Да все, я добрал тут лапу предка. Ну будет, я же тебя попросил. Идем во вторую споешь. Короче, кто там хилы? 2 Ршама, ДЦ спекайся и лапа предка.
самых глубоких и тёмных. Бля, можно я в ШП поиграю, пожалуйста? Ну если сдохнут все, то ничего страшного, мы еще раз пойдем и убьем. Ну они захилят, тут ПЦ не нужен. Ну давай, пускай захилят. Ну я подамаживаю. Там вон этот артефект похилит. Все, заебись, охуенно, пацаны, рост спор. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Делаем быстро все. Эйзи, возьми его! Я спек забыл поменять, блядь. Ничего страшного, есть. Одного затанчил. Те каплю там. Бейте этого пидора. Маша натурал. На пульте, пожалуйста. Кажется, это вряд. Ну да, присты напуливайте, маги тоже напуливайте. Кто-нибудь нахуй, сорву агр сейчас. Все, давай по этому гусю бок. Танчишь обеих, обоих гусей. Бьем маленьких. Когда зеленый токсин получите, подойдете к танку. Бьем правую, потом левую. Просто херачим этих гусей. Вот квадрат. Отверни обеих от рейд. Вторую тоже отверни. Да, тут хуй пойми. Ну похуй, тогда не отворачивай. В смысле похуй? Народ, извините. Просто хуярь, чё видишь. О, нормально. Забери квадрат. Бегите к токсину, о, к этому. Где он там? Жгучий огонь. Бля, пизда мне уже нахуй. Пусть там где, Виталий, прилеги. Да, тихо, бейте квадрат. Во, Виталя, пробегай по зеленым людям. Хорош. Все нормально. И теперь этого звука. Верьте. Так. Пацаны, яйца в кулак. Лапа предков, поднимай войда. Похуй, такси не. Похуй, значит, пускай далеко. Так. Еще рисую Буида. Сука, это не точно. Влепил грашно. Бейте этого пидора. КЛП кидает, что ли? Да почему Крис стоит под этим под стаками, бля, он не может забрать. И нет, твоя, он сейчас вот говорит. Тихо, он не паникуйте, блядь. Просто хуярьте этого гуся. А Виталий Кун не может таун кинуть. Агр, пожалуйста. Не, я кидаю, могу кидать, я вот кидаю. Так, пока да. Ну я смотрю, нахуй, вот Хризи начал тайм. На поздно уже кидать, бля, я уже сдох нахуй. Пар такой громкий, да? Новый микрофон, ёпты. Это говорил веб. Так ты потише сделай микрофон свой, чтоб твой входящий звук уменьшался немножко. А то ты нам прям в уши так орёшь громко. Ща, ой. Там чувствительность поменьше сделай. Ага. Хотя бы процентов на 70. Прожимай ШВ. Берсу некому снимать. Сейчас все нормально? Угу. Ну-ка поговори что-то. Алле, алло, алле. Еще можешь потише, процентов на 15 сделать. Так, запускаем следующих гусей, резайте гусей сразу. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс. Следующий босс еще проще, короче. Противника. Готовьтесь к бою.
Его может быть в одного танка? Я ДД? Да, да, конечно. Ага, все. Просто зергаем этого большого дурака. Дайте фулл бафы сейчас. Подождите. Да, ладно, потом остальное добавить. Надеюсь, там паладины распределились, кто что бафит. Не, краснулся, да. Сейчас. Блядь, ты все равно орешь, пиздец, копар, еще потише делай. Я вообще тихонечко говорю. Да не, нормально. Не, громко, бля, прям очень громко. Не, реально, у меня исходящий, прям очень громкий звук. Получилось! Трепещи перед всевла... Сука, не успеют мои откатиться кулдауны. Паладин, по пристам крест. Два элема, короче, снимайте стаки. Два мага, два элема. Вот, остальные херачим этого дурака. Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Шараксу! Давайте, Гер. Или когда? Да еще. Ну, 5 минут еще. Все в портал. Смотри, наебал. Декапу купился. Покливайте там. Надо подождать. Вот от кости! Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Здорово. К счастью, вы победили. К красным щитам отходим. И теперь вас ждет новый противник. Сейчас будет ПВП-сражение. Виталик у танка сразу. ДКшник, у кого-то спек танка есть? Или что, танк спек? Да. Ну, значит, будете выживать, а кого кидать? Они пытались нас отбить. Берите рыбу, берите штруделя. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыб. А что, рыба есть? Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Что, надо рыбу поставить? Поставь. Знать хавать. Сражайтесь во славу. Поставил. Во имя того, что ждет нас в будущем. Орду! Так, смотрим, какие гуси там вылезли. Призивара. Держишь. Так, там ретрик еще. Виталик он ДКшника держишь. На этой классе. И рога еще. Да. Так, давайте первым будем сливать рогу, потом будем сливать лока. Че, давайте рогу протяну тогда сразу же. Ага, сейчас погоди. А потом после лока будем звать ханта. Звезда, кружок, ромбик. А потом скажу кого. Значит, фир, лок, контролишь дерево, изгнание, фир поочередно. Да, я знаю. Все остальные дают фиры, совы дают тайфуны по хилам. Чек на пол. Звезда, сейчас играть будем. Все, танки полетели, звезду херачим. Фул дамаг.
Дали эфир в толпу. Добили этого пика. Диспельте его. Может так захилят, сука, диспельте его. Дали эфир этому ёбку. Бейте звезду сильнее. Вы что, смотреть пришли на нее? Алло, блядь, 100 тысяч не можете убить. Кружок ищем, кружок бьем сейчас. По остальным эфир, блядь. Кружок херачим. Остальных в тайфу. Сильнее кружок. Так, теперь ромбик выбираем, бьем, сейчас пройдет вихрь на нем. По контролю ретрика. Звезда ретрик, осторожно. Все ромбик бьем. Фир по этим гусям даете. Ромбик бьем. Ромбик все, ромбик фиолетовый. Дерево, эфир. Сало. Как он называется? Изгнание. Да сука, не действует на него, пидораса. Может он натурал. Так. Мы восприем сейчас все. Это, звезду бьем, звезду ретрика все херачим. Хилов контролем. Звезду это бьем. Все на звезду переключились. После звезды кружок. Спел это говно стал. Почему изгнание не восприимчивость? Ну, может, три раза уже кастом. Я уже 500 лет на него не кидал. В прошлый раз тоже нельзя было кинуть него. Спелится, давайте быстрее. Кружок выбрали. Сначала вешало, сейчас не вешается изгнание, не знаю почему. Я же знаю, как вешать-то по 300, так и по 3 раза. Того и того. После кружка звезда. Теперь звезду. Потом кружок. Кружок херачим. Дайте иннер, пожалуйста, нету маны вообще, ну. Ты с ШП. Что? Тучку заюзал. Ну-ка, да. Только что заюзал. Ну Фрон. Да, сейчас ману. Собаку присел. А когда? А есть у тебя ману? Нету маны. Ну гимн на ману прочитай. Только не могу. Гори, только не гори КД. Не могу. Спать это дерьмо. Добивать этого пидора. Все, теперь этих двух гусей заливаем. Давайте в квадратную мечку. Умоляю, иннер, дай сова. Рядом с тобой стою. Не хватит мана, сука, до конца боя. Да мы уже добьем и так. Пиздец, блядь. Так ты все равно первый по ДПС. Я хочу быть еще лучше. И результаты меня не устраивают. Отходим к воротам. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последние испытания. Теперь в ДЦ спекайся. Бля, давай кто-нибудь другой в ДЦ поиграет. Тут меня профит не дамажит поставить, вот. Не, мы продамажим. Чё, Адалотан?
Да пиздец. Подождите, не начинайте ничего, дайте спекнуться. Бля, ну я бы на твоем месте спекнул бы другого клона представиться. Нет, там акула нету, танки слабые. Подождите, нету маны. Да, вообще хватка, прочитай гимноману. Не рыдайте. Читаю. Так, Альтея, прочитай гимноману теперь. Все, я готов сражаться. Ты уверен? Да. Так, друид, возьми какой-то цвет. Лапа, редко. Алло. Друид. Блять. Ебать, она лагает. Бьем, валик. Через квадрат игра. Можешь туда не уводить, а к нам подвести ее, как мы в десятке делаем. Это ничего страшного не будет. Херачим ты дураков. Если еще раз откатился, нужно дать будет. Пока не надо. Просто бьем. Способность смотрим, если что скажу, надо будет менять. Ничего не меняет. Так, способность 5 секунд внимания. Готовимся. Ничего не меняем. Бьем щиток, сбиваем каст. Мне интересно играться. О, Dead Choice. Прикольно. Так, теперь можешь шипать. Так, спускаемся вниз, сейчас будем бить жука. Мы примем любой вызов. Инер, залейте, пожалуйста. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные чё, герои выиграл, серебряного вы... авангарда. Мы... Сова, она на сову рулит, забрала выбор. И разнесем в клочья кто? Остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Скорбь. Савуня. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Можно вопрос? Вот этим трофеем авангарда шмот апается, он же идет на Ачиву, который с десяткой или нет? Да, да. Отлично. Зачем ты кидал ролл, сова? Да пусть отдаст следующему проводу и все, че, блядь, какая разница. Насос вам дай выбор. Нет, тут фигня в том, что если бы никто не заметил, она бы себе принято забрала бы. Где он? И он промолчал. Не делай так, случайно, не случайно, не надо нажимать. Нужно на то, что, сука, твой класс не носит. Идешь в совет. Вот он сказал случайно, если бы его сейчас бы не спросили, он бы не сказал. Все понятно. Давайте. Чек на пул. Два танка. Про товар на боссе. Они сверхали, отвесно. Ебать, что происходит с сверхали? У меня, короче, зависло. Дайте крест локу. Я надеюсь, битва не началась еще. Не, ну
ты перезаходи, мы начнем, если что. Дайте крест по локу. Про товар начинаем. Если подожди, у меня вообще забит. Зайдешь, блядь. Не бейте пока, пускай Агрона берет. Кинь дилку на кого-то. Заебись, блядь. На ВВ кинь. Или на сову на меня. Хуйня, короче. Жуков бьем. Все в жуков переключились, дайте Агрона. Жуков убили быстрее. Почему у меня жук будет летать? Второго жука бей. Жуков, а не босса, алло. Убили жуков, потом... Что-то долго заходишь в фокус. Босс, отходим. Пачку сейчас под босса, убиваем мужиков и потом будем бить босса под босса. Жуков под босса, фулл дудеп жуков. Жуков сначала играем, там освобождаем, потом раздаем. Давайте, вот. Ебануть, позовись от сына. Поменьше хильте. Меньше половины, меньше 30% хп рейта. Ставьте два танка на фул. Там ШП во всех 5 группах, так что меньше хит. Все, добиваем этого пидора. Сейчас еще одну пойдем. Я подвел тебя, господин. Че, ни одной боешки не упало. Ну, боешка. О, ребят, эти кисти рук никому не нужны. Да, оставьте мне их, пожалуйста. Серый, дай портал в Ардемар, пожалуйста. Вон портал Долоран. Мне нужен в Ардемар, у меня Долоран. Вон тут Долоран в Ардемар. Да лагает, там, блядь, придется мне здесь сидеть. Угу. Где ты, брат? Сейчас спасибо, второй пойдем. Вторую. Заходим. А я продали уже? Кто выиграл выкройку? Я. А. Спасибо большое, ребят. А что, ты ей подал уже или что? Да. А что, зачем сюда мне, мне сюда не надо? Куда ты еще сейчас пойдешь? Еще такой же.
Нет, идти надо на полчаса. На Раску прыгну. А у вас гильда своя или что? Меня слышно? Слушай, Войт, возьми друля Азалор, а то у него мут, я не могу плюсануть им. А где он? В гильдии? Ну да, в гильдии. Славик сбавил чувствительность, нормально стало? Да, вроде нормально. Это кот. Летим, вы сразу с умом и все. Что там, всех собрали уже? Всех? Ну, почти. Чем могу помочь? Танки есть? Ну, протопал 5К и протовар 5,2. Даже БДК 5,5 есть. Понятно. А Азалор какой спек? Кот. Что-то я понабрал бюро товара всяких. 10 000, блядь. Ну ладно тебе, Вахар. Сейчас, секунду. Не партию все танки не решили пойти. Ой, нужен там демон или ретрик? Демон. Сейчас демоном зайду. Ебать, и тут набрал уже. А подойдите камню с умнём лока. Не-не-не. Друг... Ой, давай, батя. Все, хорош, суммонь блока. Не достаю. Суманули тебя? Слишком далеко. Нет еще. Тогда ты как? Суманули.
Сманули? Да. Ну, пошли в инст. Быстро делаем все, тыкаем в шкаф, смотрим всех, кто ФК меня опять напугал. Короче, еще сейчас проверка будет, кто маги там, хилы, я вас всех меняю, блядь, на пугов. 5 кг. 5 кг. Схуяли. Не базарно. Кого ты меняешь-то, каких магов сейчас случилось? Тыкайте на сумму. Хорошо, сейчас мы если кикнем вот эту ошибку. Заходи на своего эльдру. Да, захожу уже. Давай, это ты Сибилис, да? Да, да. Давай, погнали, блять, ждать этих, сука, всяких АФКшеров. Карандашка. Ой, да пошли уже так. Кто хотел, тот отписал. Танки есть, хилы есть, ДПСа хватит. Сам же говорил быстрее. Сам же. Шама 2, Арду, надеюсь, захилите чек на пол. Так, в танках Хризи, Скарлетт, сразу же 2 мощных танка, чтобы остальные, кто там, 5 кг, там,
про товар, про топал, еще есть страхуют, если бекашники упадут в фуловую. Как дела? Все, запускаем. Дайте стамину интеллект. Каску. Приду. И без колебаний откликнулись на него. Просто зергаем этих дураков. Под рулям каску дайте. Кто? Какой паладин каску? Войт. Войдут в ряды серебряного авангарда, ну, протопал, пускай. Который направится в цитадель ледяной короны. И кулак еще. Друлям. Магам дай каску, блядь. Спасибо. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Злые все. А то. Да нет, просто велосипеда нет. Тратишь наше время, паладин. Вся роста. Мелочь бьем. Черепу сразу уже. Сами себя становим бак. Верни от рейда. Верни. Сейчас он плевать. Вот, рейд. Потом можешь бежать по рейду. Теперь беги по рейду. Давай, мы вся второго бьем. По зеленому побежит. Так, где череп еще? Все, пиздец, где череп? Все пизда. ГГ. Один хил в токсине, фламончик. Ой, ты заколебала, хримончик, сова. Сука. Нету у меня спека. У нас три хила. Как нет? Ты че, обалдел? Да вот так нету, блядь, я дверду не играю. Не, у меня только код, я же недавно пришнулся только. Пиздец, вы думаете. Три хила вы захилите? Но у вас выбора нет. Хильте речь. Хильте, блять, люди зеленые. Кто не в токсине, тот босса забирайте. Ну, протопал пригодится, молодец. Все, мы вышли из токсина, херачим этого дурака. Противник. Почему он прокурит, значит? Танки есть вообще? ДК там? Скарлетт Ди, ты будешь ЛПшку нажимать? Темная власть. Кто там еще? Вот вон, Фризи там. Вы с токсина уже давно вышли. Не пойму, блядь, как я с таких танков мог сорвать агру? Там же протопал забрал. Они, естественно, что-то забрал агру. А, там метротики было.
отбегаем от этого дурака в бок. Привет. Сейчас следующего дурака запустил. Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Так, вот теперь танки. Кто-то из вас может ДДшника спешницу. Одного ДК хватит и пуговских протопал портовар. Кто из них кто-то, кстати, открыт вот этот портовар. Вот раньше там что-то. А, фуй. Так, вал на мур, вот это. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится розовый демон. Маги, можно стойку? Готовьтесь к забвению! Вот этот протопал, что-то чемпионов потанчит, там какого-то моба. Давайте бафы полу. Маги, столик, жрите, берите столик. Шаманы, не стойте просто. Вот, сука, столик стоит, возьмите столик. Поставлю звезду, чтобы вы видели, где столик. Вот подойдите сюда, возьмите жратву и сядьте жрите. Блядь, не просите имеры, когда боя нет. 80 штруделей берете и жрете просто по ТБ. Вот, пускай никто не диспелит, кроме магов. Пускай. Тут и некому, блядь. Повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Просто зерби на этого дурака. Перед вами Шарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Вы что, на ком? Шарацус. Угу. Всем портал. Смотри, ты не дал, да? Беги, малышка, беги! Легион, милики, выйдите, отойдите, милики, сука! Тупые дураки! Когда дамажит, глаза красней. И не слышит тебя. Ой, круто. Когда ГП получает больше глаза краснет и уши. Вот от кости! Все пока. Тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Че, можно я в танк спекнуться? А, тут же Валькирия. А, не сначала чемпион. Так, чемпионы. Ресайте там одного. Гримыч. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Че, у вас фул, да? Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас. Так, сейчас, короче, чемпионы вылезут. Танки распределяться. Кризи, Скарлет, Крейп, Протовар, спекнись. И Валамир вот этот. Четыре танка поддержит миликов. Лог будет, если дерево, будешь контролить эфир без знания прочего. Альянса, герои, во имя вашего короля. Вылезет. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так. Дерево Локовска. Так, Скарлет. А, Хризи. Вара танчит. Скарлет. Где там теперь надо все? Так, 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 Скарлет танчишь. Рогу. А, протопал. Случайно танчишь ДК.
про товар. Танчер, хуй знает кого, сейчас посмотрим. Бельнор, ретрик, блядь. Так. Ретрика, крестик, танчер. Так, ну и соответственно, приствир, магия, это самое, овца, все дела, всю хуйню контролим, короче. Так, первого бьем звезду. Лока. После лока бьем кружок, а потом поставлю еще метку, чек на круг. Звезду притянем к рейду, ДКшников миллион. Изи. ШП, все, тяните дурака этого звезду, танки вперед. Не езди нас просто. Виталик, он про товар. Беги, малышка, беги! Диспельте фильм. Диспельте это все. Маз диспел. Точечный диспел. Звезду сильнее бьем, дайте фирсель. Все, кружок, все. Притяните его, ДКшники, сука, вытяните оттуда. Что за эпохальный режим бьем? Какая-то хуйня выскочила. Рейдеры во главе с ПВЕ Дракон успешно прошли эпохальный режим 25. Не, я сейчас имею в виду, ну кого сейчас эпохалка-то? Ага. Теперь кружок. В ИК-25. Так, потом луну будем. Давайте луну. Малышка, беги! Так, ну давайте кому-то квадрат давайте бить. Притяните этого дурака. На эти чё, маг, рога, ретрик. Стоит.
у нас диспела нет, давайте тогда мага побьем. Все, бабу прошел, можете вместе. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? К воротам отходишь. Оплатившись, вы сможете пройти последнее испытание. Резьте там тело одно. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воины. Кризи правую, Скарлетт левую. Остальные. Крейп, Чурика. Протопал страхуешь слева. Протопал белую, Скарлетт белую берете. Все остальные черные. Во имя темного повелителя. А я даже короля. Я очень рад. Заляйте геймер, пожалуйста. Турист ШП гейм на ван. Все совы раздайте имя шаманам. Эльдру тоже. Бьем другую. Поставь поближе к черному порталу, чтобы были там не надо было бежать. Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Так, Крейг, про товар распеклись. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы так проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Кризи на бой. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной протопал короны. Справа протовар, слева на ушах. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордско. Хватит, дай выкинем его сюда. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Мои души твоих павших чемпионов. Пишу в обычный чат. Ну. 12 секунд быстрее сейчас. Телепорт, телепорт нет. Беги к нам, забафуйте, пока он бежит.
все запускает пиздец. Танки под босса, под жопу босса. Блять, второго жопа. Танки вообще есть? Грейп не слышал, я, наверное, что я сказал, там я не успею. Протопал 5 карт, ты один тачишь. Два жука под босса, ставь, пожалуйста. Всех жуков. Это у него был, наверное, не ВРК просто. На лужу зашли. На лужу ближайшую. Уроманские разведчики. Эти с Колумбия. Сейчас после этого рейда сразу же резко будет. Гера? Да, Гера. Эпохальная. Эпохальная. Мифическая, да. Джайна там будет. Все эти игроки. Всякие там. Кто такая Джайна? Баба такая. И хорошая. Давайте рост ждем босса, жуков в стороне держи. Жуков в стороне. Зеркало убили. Послабее, хиньте, сука. Может быть он натурал. Майя. Славик, ты можешь мне слока-то снять ИП за ИК? Два кольца она выиграла, на того и на этого перса, да? Толк, а тулга лучше? Да, поздравляем. Читерша.